Во вторник, 1 ноября, предпринимательское сообщество Севастополя передало волонтерам более полутонны постельных принадлежностей. Местные добровольцы разобрали крупную партию по нескольким автомобилям и уже в ближайшее время доставят необходимое в городские и полевые госпитали. Мы сегодня получили более полутонны постельного белья, подушки, одеяла для отделений Севастопольского госпиталя и в Омеге, и на Ластовой. Также для полевых госпиталей на южном направлении. И, конечно же, часть белья, одеяла, подушек будет отправлена прямо на передовую, чтобы нашим бойцам было более комфортно. Закупку необходимых вещей произвели на текстильной фабрике в Иваново. Сделка по приобретению и доставке крупной партии постельного белья по заниженным ценам проходила при активном участии двух бизнес-омбудсменов – Севастополя и Ивановской области. Хотелось бы выразить огромную благодарность в первую очередь севастопольским предпринимателям. Это Рэм Акчурин, это уполномоченный по правам предпринимателей Севастополя Илья Пестерников и уполномоченный по правам предпринимателей в Ивановской области Александр Шерыгин. Огромное вам спасибо. Я еще раз напомню, что даже самая маленькая помощь – это большой шаг к нашей общей победе.